Дорогие пациенты, сегодня мы с вами поговорим о том, зачем же нужно все-таки лечить зубы. Если вы думаете, что зубы нужно лечить только для красоты, для возможности пережевывания пищи, то это совершенно не так. Многие заболевания сосудов, также сердца, органов зрения напрямую связаны с состоянием полости рта. Например, при даже небольшом повреждении слизистой у людей с определенным сниженным иммунитетом микроорганизмы могут попадать в кровь и тем самым вызывать атопический миокардит. Это достаточно серьезное и трудно поддающееся лечению заболевание. Если вы длительно не лечите десна, то есть заболевание пародонта, то может возникать атеросклероз сосудов. Но все вы знаете, к чему приводит атеросклероз сосудов с возрастом. Поэтому, естественно, лучше посетить стоматолога, чем лечить такие сложные и порой действительно не поддающиеся лечению заболевания.